Всем здорова, ребят, с вами Вайнд. Сегодня мы продолжим играть в игру Glory Box, снова проверим всякие фичи, может быть, совмещу ролик вместе с обычным роликом, я не знаю, как это получится, и проверим те фичи, которые у меня не получились в прошлом ролике, потому что многие мне понаписали, кто-то написал то, что я дебил, ну, шучу, такого прям не было. Кто-то написал то, что ты там неправильно что-то делаешь, ну, да, ребят, я в игре максимум провел часов 6-8, и я полностью не понимаю ее. Мне просто не хватает времени здесь полноценно сесть и поиграть, понимаете? И все же, это просто развлекательный контент, где можно просто посидеть, посмотреть, понравилось, не понравилось, и все. Я не какой там гайдер или кто-то еще. Как-то так. Что ж, давайте тянуть не будем. Погнали к ролику. Всем приятного просмотра. Так, и чаще всего, что мне писали, это то, что я в прошлом видео взял, черт возьми, дробовик. Ожидал увидеть, что он закрывает свои ранения. Ну, что поделать, я не виноват в том, что они такие слабые, елки зеленые. Написали, что нужно взять пистолет и стрелять в ноги, в руки и еще там куда. Колено, живот, плечо, еще там что-то. Короче, давайте это и проверим. Берем обычного NPC. Кстати, ну-кась. Вот как мне понять, какой из них с ИИ? То есть искусственный интеллект. Ну, понятно то, что это вот эти два. Вот эти первые нет, но как я должен был понять это в прошлом видео? Тут вроде нигде не написано, просто написано NPC, город Долсы. Дальше, нейтральные и агрессивные. Ага. Ладно, хер с этим. Давайте берем, спавним двух подопытных. Так. Что есть? Секундочку. Что это было? Это картонные какие-то штуки, просто построенные? Ну-ка. Так. Да, эта фигня просто построена, то есть я ее могу полностью... Хорошо, я попал в него, прям в руку попал. Стой, дружище. О-о-о-о-о, закрывает ранение рукой, да неужели мне получилось? Предыдущие два были какие-то бракованные. Да-да-да, закрывает. А ну-ка, сейчас я в ногу тебе пульну. Серьезно! Давай еще, подожди, куда ты пошел? Не будь таким же, как они. Ой-ой-ой, как это красиво. Ладно, это, получается, работает. Ну-ка, как это классно, конечно, тут все как про... Да, продумано тут, конечно, все очень хорошо. Так, переходим к следующему. Итак, нейтральные горлорды... Гордолы атакуют маньяков, то есть вот агрессивных мобов. Вот тут есть маньяк и есть гордолы. Какого-нибудь хорошего давайте возьмем. Давайте этот и этот, вроде они на кулаках. Давайте попробуем сначала его заспавнить. Давайте так и сделаем. Но для начала пушечку себе возьмем получше. Вот, мой любимый дробовик. Да. Спавним его вот сюда. А другого давайте заспавним маньяка куда-нибудь сюда. Так, NPC. Не, маньяк. И сюда. Ну-ка. Так, не на меня. Вот есть нейтральный. Пожалуйста, подожди. Я же тебя сейчас врежу. О, серьезно? Нейтральный побеждает. Ну-ка, давай. Драка века будет. Блять. Я как будто в детском садике на бойцовский клуб наблюдаю. Лежачих не бьют. Ну-ка. Придурки. Ой-ой-ой, нижний лоу-кик был. Давай. Ух, вот это, вот щипаться, честно, не очень красиво. И лежачих тоже бить не очень красиво. Короче, ты проиграл. И ты тоже. Вы слышите это? Как он сидит, задыхается. Как же это противно слушать. Фу, как это реалистично сделано. А ну-ка, дружище, у меня где-то тот шприц был, может, он тебе поможет чем-то. Подожди, друг. Так.
Так. И в тебя. Друг, только не бойся. А, ты съел. Мне кажется, ему плохо стало, еще хуже. Прости. Дальше. Это маленький оранжевенький. По аватарке я понял. Амогус. Пишет. Попробую взять бутылку пива, бир. Спасибо, что написал, иначе бы я не догадался. И наспавнить у куклы. Затем плавно уронить на эти бутылки, куклу, соответственно. А потом он будет пьяным. Пьяным. Не факт, что он придет в норму. Давайте это и проверим. Это очень даже интересно будет проверить. На всякий случай перезарядим все свои пушки. Мало ли понадобится. Это просто рай для мощных спортсменов. Ёкись, уф. Так, и обычного, да? Куклу. Давайте тебя поставим вот сюда. И аккуратно тем потом уроним на эти бутылочки. Да, хорошо. Йоу, йоу. Так, нифига себе, он бутылку себя всосал. Ну-кась. Встал. Вы посмотрите на его ноги. Интересно, с другими NPC это работает? А, плюс. Бэмс. Тоже собрал дофигища. И мне интересно еще, работает это ли... Да, на этих тоже работает. Какие у вас у всех ноги, блядь. Чисто я после выпускного. Да. А, теперь я хочу проверить еще опасного моба. Вот тебя, например. Спавню и сразу бью. Ой, ты сразу с этим заспавнишь? Фига себе, конечно. Ну-ка, вставай. Вставай. Ты сможешь это сделать, дружище, ты встанешь. Я в тебя верю, давай. Не, вот что нужно для самообороны? Вообще практически ничего, просто... В себя пришел, нифига себе. Просто обычную бутылочку нужна была, и все. А ну-ка, подождите, подожди, секундочку, вот бутылочку возьму. Бутылочку, я сказал, блядь. А получится ли ее разбить? Ну-кась. Звук стекла есть. Ну-кась. Да, она разбивается. А если около тебя ее разобью... Блять. Если около тебя ее разобью вот так... Хай. У него уже ноги не держат. Мне тебя жалко. А где этот мутант, который был? Где? Куда он ушел? Надеюсь, с ним все хорошо. Вот он, идет. Да подойди, я сейчас это все место заполню пивом, и я надеюсь, ты на него наступишь наконец-таки. Идем. О, нифига себе на его. Фух. Ай, это больно было. Давай, пиво тебя ждет. Пиво ждет. Давай, подходи. Он его как будто боится. Поближе. Так, ты мне надоел. Сюда идем. Прям за ручку тебе нужно держать, как маленького ребенка. Серьезно. Видишь этот пиво? Здесь видишь. Так, а теперь вставай. Как будто ему хуже стало. Реально, самое сильное оружие во всей игре. Пиво. Также Зоуди еще написал то, что тот может давать оружие нейтральным мобам. Давайте это и... Проверим, ладно. А, да, его же убило. Ёлки-палки, я и забыл. Так, давайте нейтрального моба спавним. И оружие с собой тоже берем. Еще одно. Два дробовика можно взять, нифига. Так, хорошо. Мы тебя вот сюда и спавним. Да все ему и так плохо, елки. Все, иди, наказан. Этим людям нужно дать отдохнуть. Теперь спавним еще одного и даем тебе пушечку. Ну-кась. Держи. О, серьезно, я ему дал пушку, нифига. А, подождите, что еще я ему могу дать? Могу ли я ему дать?
А могу ли я ему дать? Да. Ну-ка. Так, помогай, помогай, помогай. У тебя оружие есть. У тебя есть оружие, нафига я его тебе дал? Блять. Все приходится делать самому. И ты все равно сдох, да? Ну-ка, иди сюда. Да, он, вот, вот, он укушен уже. Ой, ёлы-палы. Что ты кряхтишь-то? Все, замолкни. Итак, Аспер пишет. Мирные NPC не делают ничего. Они могут только откатиться назад или закрыть ранение рукой. Выстрел с пистолета в ногу или плечо. Угу. Бывает, они падают. Сразу удаляй и бери новых. Они бракованные. Ага. Также есть в игре таблетки силы, съедя которые ты станешь сильнее бить. Сейчас проверим, кстати. Шприц хилит нашего героя, но если дать несколько штук обычному NPC, не знаю точно, мирный или нейтральный, то ему станет хреново, и он вырубится. Давайте это сейчас и проверим. Спасибо, что пишете, конечно, такие комменты, это прикольно все это проверять. Вау. О, я ее съел, хорошо. Теперь я подхожу к NPC. Ой, блин, нужно было без таблеток силы это делать, ёлки зелёные. Ладно, давайте попробуем. Хорошо, тебя в тело. Серьезно, я стал сильнее? Так, специально для этого я снова пересоздал карту. Теперь я сначала подхожу, бью. Хорошо. Теперь тебя ударю. Ну да, в голову также. Да, я их не валю. Даже со второго раза. И с третьего раза не валю. Ну, впрочем, как в прошлом ролике. Теперь подхожу, съедаю таблеточку, конфеточку. Подхожу. О, он тоже закрыл этот удар себе. Так, хорошо, и тебя. Да, таблетка работает, это хорошо. Мне нравится, как это все сделано. Ой, ой. Внутри. Я мог максимум вызвать только внутреннее кровотечение. Почему у него снаружи кровотечет? Ладно. Дальше, шприц хилит нашего героя. Шприц хилит нашего героя. Так, сначала сделаем себе 100 хп. Теперь... Теперь кого-нибудь, кого-нибудь, а кого? Вот тебя, допустим, все наспавним. Все, стреляй в меня. Хорошо, чуть не убил. Сгинь. Шприц, 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 шприц. Так, у меня кровотечение, елки зеленые, 52 хп, осталось уже 51. Больше шприцов, мне нужно больше шприцов. О, кстати, эти шприцы очень похожи, как у меня в поликлинике. Такс. До 100 захилил, подожди. Нифига себе. Нифига себе. А, если дать это обычному челику, то ему станет плохо, да? Давайте это и проверим. Первый шприц пошел. Да, блять. Так, вот тебе, допустим. Гость, у него с глазами. У них у всех с глазами все одинаково, но у него веки закрываются немножечко. Допустим, еще одного беру. Так, еще один шприц. Ого, он уже шататься начинает. Неплохо. Давайте еще один шприц. Ну-ка, третий шприц. Да, ему уже хуже становится. Хорошо, если ему дам таблеточку. Вот у меня как раз одна осталась. Может, это тоже работает, нет? Просто хочу тоже сам проверить. Нет, для него таблетка не работает. Хай. Ему еще хуже стало, но подождите, я должен сейчас сам шприц принять, потому что мне тоже плохо. Так, хоп. Он, у него уже коленки трясутся. Осталось совсем чуть-чуть, это, походу, пятый шприц сейчас будет, верно? Если я не просчитался. Так, пятый шприц. Все, нокаутирован. Но все равно стой. Нормально тебя там? Ну, батут как батут, то есть я на него стою. Интересно, машину сюда также можно сделать, не? Иди-ка сюда, да хорошо. И отпустить, ну-ка. Бедная машинка. Также мне писали про карту Легаси, то есть в воде под неким мостом есть канализация. Три штуки, одна из них слом.
Она, если зажать, то телепортирует в одно местечко. Не буду спойлерить. Хорошо, давайте сейчас это проверим. Нас сказали, это работает на ранних версиях. И еще, под предыдущим роликом я, оказывается, скачал... Горибукс ремастер. А нужно было Animo City качать. Я-то не разбираюсь, ребят. Я что попалось, то и скачал. Вроде тоже Горибукс, вроде та версия. Ладно, сейчас все сделаем. Такс, ну-кась. Ага, под мостом есть канализация. Три штуки. Под мостом есть канализация. Под мостом. Кстати, тут какая-то еще фигня была нарисована в новой версии. Вот тут... А, во, вот они. F плюс K. Кто-нибудь знает, что это такое? Еще цифра 4 вроде есть. Короче, фиг его знает. Короче, я нашел, под каким мостом это, ёлки-палки, набережная. Какой, черт возьми, мост? Во! Первая есть. Второе, как же они крипово выглядят, ребят. Фу. Я не то, что боюсь воды, я ее просто ненавижу. Ну как ненавижу? Вот в таких глубинах, особенно когда вот такие вот херня тут есть. А, я не могу тут долго находиться. Так, и третья получается, да? Четвертой нету. А, есть четвертая. Вот это получается пройти можно. Давайте это и проверим. Я не знаю, что с этого будет, если отпущу. Не будет плохо. Так. Вот это еще страшнее. Короче, не работает эта фигня. Может быть, нужно другую версию скачать. Честно, я не знаю, какую версию мне нужно скачивать. Сейчас мать с этими версиями я не особо хочу, так что давайте это продаю уже в следующем ролике с другими какими-нибудь фишками. А на этом пока мы закончим. Давайте, нужно выбраться как-нибудь отсюда. Интересно, прожекторы работают, нет? Что ж, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Я старался. И не осуждайте, если я что-то сделал не так. Все же, эту вселенную я только-только познаю, да. Главное, чтобы было интересно смотреть. Что ж, еще раз спасибо, с вами был Вайнд, всем удачи, всем пока-пока.